друзья, всем привет. Ну что у нас, очередная вылазка за Хариусом. Скажи, заколебал ты со своим Хариусом уже. Давай мухи нам показывай, на какие ловишь, вяжи. Друзья, все будет, будет все, я обязательно свяжу. Времени, еще раз повторюсь, такой работы, как у меня, не особо есть. Сейчас вот, как говорится, появились свободные минутки. Пока старший сын в школе, младший в садике. Болели тут. Болели, да, детки болели. Вот решил выбраться. Сегодня мороз, конечно, минус 14. Но, может, все-таки что-то и будет. Получше, не знаю. Что будет, то будет. Как говорится, не за рыбой едем, а подышать свежим воздухом. Вот. И опять, да, я опять связал нимфу, на которую у меня два раза уже обрыва, вот на нее я видео ставлю, покажу вам ее. То есть нимфа вообще простая, то есть на нее, по-любому на нее бахало, и это все отрывало у меня. То есть уже второй раз, я надеюсь, третьего раза у нее не будет, потому что я вроде бы и привязал нормально, и леску по это, ну леска стоит и так толстая, в принципе, то есть не должно быть, может быть. Так что, друзья, погнали ловить вместе. Ну что, друзья, я пришел. Не успел камеру включить. У меня ничего не оборвало, не переживайте. Во, поймал. Одного хорюска уже. Одного уже зацепил хорюсочка. Погодка сегодня вообще, посмотрите. Просто какие виды. Мороз, лунка, удочка и хорюс. Вот вы, наверное, сейчас думаете, вот Трифон, ты бесстрашный. Ходишь тут. На краю, как говорится. А нет, друзья, лед на самом деле крепкий. Тем более морозы. Фу. Лед хороший. Так что я пришел, разбурился, вот две лунки сделал. Сейчас попробую по этой акватории походить, поискать. Так что давайте вместе поищем его. Весна ближется. Конечно, такого я отпущу. Красавец. Ну, плыви, красавчик. Тихо. Такого мы отпустим. Вот такой вот хорюсочек наш. Беги, дружок. Давай. Опа. Давай. Ну, давай. Спасибо тебе за поклевку. Давай, уходи. Оп, пошел. Да, лед тебе мешает, ё-моё. Все, ушел. Эй, братан, я ж тебя за хвост поймаю сейчас. Давай. Ну, вон стоит. Ну, давай. Не может опять. Кромка мешает. Сейчас мы тебя подтолкнем опять. Давай, оп. Все. Поплыл. Поплыл. Красавчик, спасибо тебе за поклевку. Перешел в другое место попробовать. Попробуем здесь сегодня. Так, сейчас найдем мы дно с вами. Дно. Так, где у нас дно? Что-то опять куда-то. Какую-то яму попал. О, нашел. Нашел глубину. Постучим, поищем. Здесь, правда, уже в этом месте поотрывал уже грузов. Зацепляется тут конкретно за дно. Ой, куда? Куда? Слетает кембрик. Кембрик слетает у меня.
Посидим, подождем. Может, подойдет. Опа! Опа-опа-опа, друзья, есть поклевка. Во! Ха-ха-ха. Рысок. Рысок еще. Тик-тик-тик, пощипал так. Меленько. Схватил. Фух. О, друзья, еще клюет. Еще один. О, стучи, друзья. Тух-тух. С остановки. Опа, опа, блин, промазал. Щипает ее. Муху. Ага, стукает ее. Не может никак. Хотя мотылек-то. О, опять тун-тун-тун. Хотя 12 номер, а что-то заживать не может ее. Заглотить. О, опять стучит. Опять мажет. Пум, подойдет, ударит. Отойдет. О, вот он. О, этот уже съедобный. Этот уже съедобный. В баночку закрутим-то как, а? Полопаем. Тут уже последовательный будет рисок. О, друзья, еще один. Еще один стоит. Ветер поднялся, блин. Думаю, сейчас тут разбурится. Подразбурится здесь. На той стороне. Санька, Тищенко, Маши, привет. Друзья, перешел в новое место. Расплылся, только закинул, уже он бах-бах. Сразу два хорюска таких. Ничешные такие, съедобные. Момент поклевки не успела заснять. Ну, в углу сижу так же. В таком же месте. Отлично. Друзья, видите, уже лед. Здесь уже лед вот поломало трещину. То есть вот тут я на берегу с берега вышел. Здесь уже вон трещина. Уже трещина пошла вон. Тут и там дальше пошла. То есть туда мне уже не зайти. Ну, мы туда не будем заходить. Мы будем ловить здесь тогда. Ну, лед толстый. В этом месте лед толстый. Попробуем сейчас видео снять. Где пугаешь, нахуй? О, есть, сидит.
О, вот этот уже подобрее. Да, мотылек. Да. Ну, поприятнее, поприятнее такой. Тогда. О, еще один. О, еще один поприятнее такой. Тоже хорошенький. О, мотылек в деле. Да, на кембрик. Кембрик слетает, когда подсекаешь. Да? У меня просто разбило его уже всего. Все, есть? Не, за дно, блядь. За дно. А воды поддали. Воды дали, его понесло. Да. Здесь уже есть. Вот такие подобротни такие. О, еще один. О, вот это посерьезней. О, блин. Пионер. Друзья, друзья, друзья. Вот это да. Друзья, вот это бонус. Вот это да. Вот это, друзья, просто смотрите. Блин, не удержать. Вот это парусник. Смотрите, какой, друзья. О, просто вот он, мотылек. Вот это бонус, друзья. Фу, вот это удар был просто. Бах, ударище такой. Вот это бонус. Очуметь, вот это хариус. Вот это я понимаю. Смотрите, друзья. Так, сейчас меня тут запутает все. Ай-яй-яй, тихо. Посмотрите, какой. Просто. О, отцепилась нимфа. Мотылек отцепился. Есть. Есть бонус. Во, смотрите, какой. Жирненький, хороший. Вот так вот сделаем. Во, парусничек. А, спасибо тебе, друг. О, друзья, смотрите. Вот, вон моя нимфа лежит. Вот хариус. Ну, для сравнения, давайте положу пачку сигарет рядом с ним. Вот. Вот пачка сигарет. Так, стой, дружок. Ну, хороший кабанчик вообще. Два раза бил. Один раз сначала прижал мне нимфу, а потом уже конкретно взял у нее. Вот. Вот пачка сигарет, друзья. Чтобы было понятнее. Вот хариус. Вот это хариусочек, смотрите. Ва! Наш карельский хариус. Вот это зачет. Вот это зачетный хариус. Там у меня еще одна удочка стоит. Там тоже дергало. Сейчас еще попробуем. Друзья, там еще. Друзья, еще один клюет. Только не. Оп! Опять бах, удар. Не знаю, поменьше, наверное, только клюет. Тут поменьше, наверное, берет. Тут-то хорошо клюнул у меня. Вмазал, так вмазал. О, друзья, опять бах-бах. Клюет. Хватает нимфа. О, есть, друзья. Есть. О, это поменьше чуть-чуть. Поменьше чуть-чуть.
Поменьше, но съедобный. Ой, друзья, опять клюет. Опять поклевка была. Опять поклевка была. О, есть, друзья. Есть, есть, есть. О! Во. Вот такой вот хорюсочек. Опа. На, уже три хариуса уже с этой лунки достал. Три хариусочка уже достал с этой луночки. Три хариуска уже. Одного я убрал уже в сумочку. Большого которого. Весна, весна, друзья. Рыбка начинает активироваться, проклевывается получше. Друзья, у меня поклевка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О! Есть! Есть, друзья. Еще один хороший. Смотрите, какой. О! Еще один хороший хорюсок. За лед зацепилась. Еще один хороший хорюсочек. Еще один добротненький. Ну что, друзья, вы, наверное, уже поняли, что это у меня не одна рыбалка сейчас, потому что ролики, которые есть там, есть мороз, я снимал. Сейчас солнце на улице, плюс 4 градуса. То есть, друзья, я это соединил все в одно видео. Мои нескольких рыбалок, нескольких походов. Там сколько, где-то 2 раза я ходил, да. В мороз ходил, вот сейчас вот, да, в такую погоду. Можно сказать, уже весенняя у нас погода, тепло, хорошо. Так что, друзья, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну а сейчас по поводу конкурса. Я выхожу в отпуск и обязательно этот конкурс проведу, который обещал. И в планах у меня поехать на большое озеро у нас в Карелии, которое находится. Половить, в общем, форель, хариуса. Возможно, и окуня там половим. Поедем на пару дней к моему другу. Я все вам покажу, расскажу все, какие у него угодья есть. Ссылки обязательно оставлю под видео в описании. Так что, друзья, ставьте лайки, всем пока, всем до новых встреч. Всех обнял. GoPro Stop Video.